Добрый вечер, ребята. Здравствуйте, здравствуйте, Пашка. Откуда у нас такой красивый цветок? А это я его принес. Да. А ты его полил? Ой, нет, забыл. Ну что же ты? Вон, а вон на окне леечка. Полить. Давай польем, да? Да. Красивый, да? Очень красивый. А. Ой, а вот и Хрюша. Хрюша, здравствуй. Здравствуйте. Ой. А что это с тобой, Хрюш? Да. Со мной ничего особенного. Ну как ничего? Ты чем-то расстроен? Нет, я не расстроен. Хрюша, ну почему ты такой грустный? Ты знаешь, ты лучше расскажи, что ты сегодня делал. Да. Ничего особенного. Просто гулял и все. А один мальчишка мне на улице язык показал просто так. Ой. Ни с того, ни с сего. Ну знаешь что, Хрюша? Я думаю, что не стоит расстраиваться по пустякам из-за какого-то глупого мальчишки, который показывает язык. Правда, Степан? А что, Оль? А я же ничего ему не сделал. Ну, конечно. Ну, во-первых, не стоит расстраиваться. А во-вторых, почему ты не раздеваешься? А мне холодно, я замерз. Ну, как это замерз? У нас так тепло. Давай, я сниму тебе. Знаете, как на улице холодно. На улице холодно. Там курга, там метель, а у нас вот как тепло. Вот так шапочку. Посмотри, у нас даже цветок распускается. Чего, у нас тепло. У нас так тепло, так уютно. Знаете, вот в такие зимние вечера так и хочется послушать какую-нибудь длинную-длинную сказку. Да? А какую? А вот какую, да. А какую? Ну, какую угодно. Ну, хоть... Вот про такой цветок, как у нас. Да, только длинную. Ну, хорошо. Давайте мы с вами посмотрим сказку, которая называется «Аленький цветочек». Как раз про такой цветок, как у нас. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Ой, волна, и волна, какие ж товары вы грузите, люди торговые? Соболя да бобры. Горностаи куницы. Шкуры медвежьи. Корысти. Корабль-то хорош. Да надежен ли кормчий? Кормчий у нас знаменитый. Сам Степан Емельянович. Много ли? Ходи веселей! Ходи веселей! Поплясывай! Поплясывай да поглядывай! Молодцы, птиня, тушите! Веселей, тупоти, глядите! Питень горячий! Эй, спитесь! Пироги, баранки, баранки, пироги горячие! Яблочки! Яблочки наливные! Яблочки! Пряники печатные! Полдень! Дружинушки, храбрый обед! Thank you.
батюшка идет. Дочери вы мои милые, дочери любезные, уходит поутру мой корабль в чужедальние края, в заморские страны. Мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю. Наказ мой — жить без меня мирно и дружно, а зато привезу я вам гостинцы любые, какие сами пожелаете. Говори ты, Свет Гордей Степановна, дочка старшая. Привези ты мне, Влад, венец, самоцветными камнями изукрашенный, чтоб горели они голубыми огнями подводными. Мне на гордость, всем на удивление. Постараюсь, Гордеюшка, поищу. Ну, а ты что скажешь, дочь Любавушка, белая лебедушка? Привези ты мне безделицу, зеркальце хрустальное, по виду простое, но чтобы, глядя в него, я не старилась, чтобы краса моя девичья не терялась. Слыхал про такое, слыхал. Поищу. Твой черед, Настенька, дочка меньшая, любимая. Видала я во сне цветочек аленький, краше коего нет на всем белом свете. Цветочек. Да еще аленький. Прощай, Настенька. Привезу тебе твой цветочек аленький. Беру любови моей на забавушку. Ай, чудеса! Ай, красота! Злат венец для Гордей.
пора ли воротиться, Степан Емельянович? Все товары распроданы, все гостинцы закуплены. Не все. Цветочек аленький остался. Где искать? У каких берегов? Глянь вокруг. Рыбы летать начинают. Под волною огни загораются. Чудища всякие. Миру конец. Где же конец? Может, только начало? Ветер попутный. Мы подали заглянем. Прекрасно. Я же тебе говорила, что не стоит расстраиваться из-за пустяков. Да. Тетя Таня, а вот что произошло в этой сказке дальше? Да, вот да что? Достанет купец аленький цветочек для Настеньки. А это мы с вами узнаем завтра. Да. А сейчас всем пора спать. Ой, спокойной ночи, девочки и мальчики. Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи, друзья.